таинственность радуги, и загадок не любишь совсем. Ты сегодня сказал мне, что яблоки — это тот же коричневый джем. И глаза у тебя улыбаются, и презрительно морщится нос, ведь у взрослых ума не прибавится, если к ним относиться всерьез. Ты не числишься в сказочном подданстве на седьмом от рождения году. Это яблоко самое позднее из оставшихся в нашем саду. Это яблоко солнечной спелости, как последний счастливый обман, дарит вашей взрослеющей светлости. С уважением, Ганс Христиан.